Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео я покажу вам часы с золотистым циферблатом. Поехали! Приходят часы в традиционной для Oriflame подарочной серебристой картонной упаковке, которая заклеена на транспортировочный скотч. Вы можете подарить эти часы прямо вот в такой красивой коробочке. Можете создать интригу, снять верхнюю крышку. И здесь уже не серебристая, а сдержанного серого оттенка подарочная коробочка, которую вы можете перевязать ленточкой и сделать подарок. Мне кажется, что данные часы очень праздничные, нарядные и идеально подойдут для того, чтобы кого-то порадовать. Снимаем верхнюю крышку и видим часики с тонким черным ремешком из искусственной кожи. Это полиуретан, очень устойчивый к износу материал. Сами часики очень изящные. По сравнению с картинкой в каталоге, они выглядят в два раза меньше. Мне казалось, когда я смотрела на страницы каталога, что это традиционные часы с большим циферблатом. Здесь же размер его 2,5 всего сантиметра. Общая длина ремешка, кстати, 23 сантиметра. Когда вы достанете часы, то увидите здесь две инструкции. Материал аксессуара цинковый сплав, стекло, нержавеющая сталь и латунь. Здесь прослеживается классический элегантный дизайн. Это стилистика под черную кожу и золотистая фурнитура. Будут часики сочетаться как с офисным, так и с вечерним нарядом. Сам циферблат сияющий, то есть фон у циферблата как будто бы усыпан мелким-мелким золотистым шиммером. И по кругу обрамлен также циферблат сияющими кристаллами. Крепится ремешок также на два золотистых элемента дизайна. Часики круглые и будут хорошо сочетаться с любыми вашими любимыми золотистыми браслетами, потому что они не броские и будут вписываться абсолютно в любой образ, который вы захотите составить. Мне кажется, что отлично будут смотреться с классическими костюмами и также превосходно дополнят вечерний ваш наряд, и под маленькое черное платье отлично подойдут маленькие черные часики. Выглядят они изящно, на тоненькую ручку вообще будет великолепно. Ну и в принципе для девушек со вкусом этот аксессуар будет служить радостью каждый день. У часов японский механизм Seiko, брендированы они логотипом Oriflame только с обратной стороны корпуса. На самом циферблате очень-очень мелко надпись кварц. Деление одинаковое на циферблате с шагом в каждые 5 минут и очень тоненькие нежные стрелки. Мне кажется, что эти часы больше даже украшение, чем функционал. Ну, честно говоря, я время уже давно смотрю на смартфоне, а часы ношу как элемент образа. Как вы относитесь к часам, я с удовольствием почитаю в комментариях. Ну что, будем ли мы приобретать себе данные часики, пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. И, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые разборы новинок на канале Взлет самыми первыми. Пока-пока!